Лиза! Мия! Мур-мяу! Гав-гав! Буся! Мур-мяу! Жоржик! Тяв-тяв! Вики! Гав-гав! Мур-мяу! Дэн! Мур-мяу! Тяв-тяв! Мур-мяу! Тяв-тяв! Кошечки, собачки! Сладкий дом! Всем привет! С вами я, Буся. Мы находимся на моей знаменитой кухне. И сегодня мы с вами приготовим что-то интересненькое, Мур-мяу. Вау! Приветствую всех, кто только что подключился. Друзья, вас все больше и больше, Мур-мяу. Как вы думаете, что мы сегодня будем готовить? Пишите комментарии. Ой, я вижу, к нам присоединилась Мия. Привет! Буся ведет прямой эфир с кухни. Наверное, Цав-Цав будет что-то вкусненькое готовить. Сегодня мы готовим пряничный дом. А для этого нам понадобятся разные пряники. Шоколадные, клубничные и мясные. Что она там говорит про пряники? Мия, а ну-ка сделай погромче, пожалуйста. Для основания возьмем лимонные пряники и ореховый корж. Я его испекла заранее. Лимонные пряники и ореховый корж? Обожаю лимонные пряники. Дэн, ты куда? К Бусе, конечно. Тяп-тяп, я с тобой. Готово. Алиса, идем рушить замок. Ты будешь динозавром, а я медведем. Максик, подожди минуточку. Тут, кажется, что-то поинтереснее замка. Ко мне пришли в гости мои друзья. И мы начинаем строительство пряничного домика. Сначала закладываем фундамент. Дэн, как-то ты неправильно закладываешь фундамент. Пусечка, а может и мы съедим с тобой по одному? Тяв-тяв. Их вон сколько много! Нам хватит, не бойся! Ну хорошо, только если по одному. Девочки, веселее! И не жалейте сгущенку! О, а вот и Алиса с Максиком! Добро пожаловать! Привет! Всем привет! Привет, ребята! Присоединяйтесь! Дэн, у меня готов еще один кирпичик! Пряников-то больше нет. Как же мы теперь будем строить? Неужели мы их все съели? Не расстраивайся, Бусечка. Дэн что-нибудь придумает. Правда, Дэн? Конечно! А почему мы решили строить именно пряничный домик? Давайте делать... пряничный, печенечный, зефирно-конфетный. Отличная идея, Дэн! Спасибо, Буся! А что у тебя еще есть, кроме пряников? Леденцы, печенье, зефир. Вот видишь, Бусечка, я ж говорила. Да, Алиса, сейчас посмотрю, есть ли у нас что-нибудь еще. Печенье есть ванильное и с изюмом. То, что нужно. Берем и то, и другое. Зефир вишневый. Вкусненько. Украсим им крышу. Леденцы мятные и апельсиновые. Мои любимые! Вы все еще с нами? Я рада! А мы тем временем продолжаем строительство. Наш сладкий дом готов! Ура! Буся, снимай его скорее! Красота! Ой, а у меня телефон разрядился. Я сейчас. А можно мне съесть вон ту маленькую конфетку? Точнее, не мне, а динозаврику. Он еще ни одной не попробовал. Нельзя, стена будет дырявая. А вот печенье можно. А почему эту конфетку нельзя, а печенье можно? Потому что в доме не хватает окна. Что это за дом без окон? А лучше, если в доме будет два окна. Лучше, когда три. Так светлее. Ребята, что вы делаете? Хотя, так и вправду лучше. А еще у нашего дома нет входа. Давай, помогу тебе его сделать. И я.
нужен второй вход. Вдруг от первого ключи потеряются. Точно, с двумя входами удобней. По-моему, и окна слишком маленькие. Конечно, маленькие. И двери нужно побольше, чтобы можно было занести рояль. А в крыше нужны окна, чтобы можно было смотреть на звезды. И вообще, зачем целых два этажа? Вполне хватит и одного. Все в порядке, я нашла зарядное устройство. Ой, мамочки, что же вы наделали? Бусечка, прости нас, Мурмял. Это все как-то случайно вышло. Точно, Тяв-тяв, случайно. Просто домик был таким вкусным. Особенно лимонные пряники. Что же я теперь скажу своим подписчикам? Буся, это был самый вкусный сладкий дом. Так и скажи им. Максик, Бусечка, не расстраивайся, пожалуйста. Мы сейчас принесем новые сладости и все исправим. Да, Буся, мы мигом. Ребята, простите меня, я попробовала всего один кирпичик. Ну, а потом и второй. Домик и правда такой вкусный оказался. Я же говорил. А что же ты теперь скажешь своим подписчикам? Я им сказала, что это был самый вкусный сладкий дом на свете. А что же мы теперь будем делать со всеми этими сладостями? Устроим чаепитие! Ура! Команда. Ребята, завтра важный матч. Нужно хорошо подготовиться. Начнем с тренировки вратаря. Я готова! Вики, лови! Опа! Буся! Да! Я думал, мы будем готовиться к завтрашнему футбольному матчу. Так и есть! Ты видел форму футболистов? Мы должны быть самыми модными! А как же тренировки? Пусть тренируются те, кто не умеет играть! Давай!
так устал, что не чувствую своих ног. Зато, Мурмяу, мы полностью подготовились к завтрашней игре. Ну что, метеоры, как настрой? Готовы! Молодцы! Раз, два, стадион! Три, четыре, громче звон! Мы команда, высший класс! Поддержите криком нас! Почему-то не помогают эти кроссовки на подсветке. А Буся вчера вон как научилась бить по мячу. А мы так и не потренировались ни разу. И матч вот-вот закончится. Может, у нас еще есть шанс? Придумал. Мия, у тебя ведь самый сильный удар. Пинай мяч со всей силы. А ты, Дэн, беги со всех ног к воротам. Ты ведь бегаешь быстрее всех. Метеоры, поздравляю с победой! Ребята, красивая форма — это очень хорошо, но для победы главное тренировки, тренировки и еще раз тренировки! Желаю вам новых матчей и побед! Спасибо, Оскар! Примета. Вот это да, Мия! Да-да, можешь себе представить. Ну почему же мистер Тяв не узнал своего соседа? Я же говорю, он переоделся в кота, чтобы за ним проследить. Все, больше ни слова. Я хочу сама посмотреть этот мультфильм. Приятного аппетита, девочки! Спасибо, Бусечка! И тебе тоже приятного аппетита! Алисочка, передай мне, пожалуйста, соль! Конечно! Ой!
Девочки, что же я наделала? Что ты наделала? Просто просыпала немного соли. Вот и все. Ничего страшного, я сейчас уберу. Стой! Не подходи ко мне. Ты чего, Алиса? Девочки, рассыпать соль – это очень плохая примета. Значит, я обязательно с кем-то поссорюсь. Да ладно тебе, Алиса, это все ерунда. Никакая это не ерунда. Вы ничего не понимаете. Это очень серьезно. Брось, Алиса, это не серьезно. Знаете, девочки, я лучше пойду. Что-то Алиса сегодня не в настроении. Тяв-тяв. Да уж. Так как же это понять? Как это... Ничего не понимаю. О, Алиса, привет! Алиса! Привет! Чего тебе? С тобой все хорошо? Да. Слушай, помоги мне, пожалуйста, с географией. Никак не могу разобраться с этой картой. Я бы с радостью, но нам нельзя общаться. Это еще почему? Ты не поймешь. Тут все дело в плохой примете. И что теперь? Я лучше промолчу. Ну ладно, пойду тогда у Вики спрошу. Привет, Алиса! Как дела? Ну ладно. Давай тут сядем, если хочешь. Будешь яблоко? Я из дома принес. Это из нашего сада. Алиса, что с тобой? У тебя все хорошо? Не совсем. Что случилось? Ты не хочешь яблоко? Нет, не хочу. Тебя кто-то обидел? Ты скажи. Никто меня не обижал. Жоржа, я лучше пойду. Итак, скорость автомобиля 80 км в час. Ну что, теперь все понятно? Да, понятно, учительница Дина! Урок окончен! Ура! Бежим скорее на улицу! Кто первый добежит до площадки? Я первый! Я! Нет, я первый добегу! Алиса, ты с нами? Нет, уж лучше я посижу в классе. Ты куда бежишь, Джорджик? Давай, вот так вот! Алиса, а ты почему не пошла играть вместе со всеми? Понимаете, сегодня утром я рассыпала соль. А это очень плохая примета. Обязательно с кем-нибудь поссоришься. Так, и что? Вот я и поссорилась. Сначала с Бусей и Мией, потом с Дэном и Жоржиком. Ну вот. Ну что ты, Алиса, не плачь. Рассыпать соль – это просто маленькая неприятность, из-за которой у тебя испортилось настроение. Если бы ты не знала про примету, то ничего бы не произошло. Так ведь? Точно! Ничего бы не произошло! Конечно, Алиса! А теперь улыбнись и беги скорее к своим друзьям, пока не закончилась перемена. Ура! Спасибо, учительница Дина! Пуся! Дэн! Вас!
Алиса, прости! Наступи и ты мне на ногу, а то поссоримся. Ха! Не стану я с друзьями ссориться из-за такой ерунды. Ты что, больше не веришь в приметы? Нет, конечно, не верю. Ну, может, только немножко. В хорошие. Чи! О! Точно! Кафе. Вот ваш ромашковый чай и морковный торт. Спасибо. Вы решили, что будете заказывать? Я буду какао и ваше знаменитое шоколадное печенье. Отличный выбор. Дорогой, на витрине закончились апельсиновые кексы. Уже иду, дорогая. Вы не могли бы подойти ко мне? Да, конечно. Какое же замечательное кафе у моих родителей! И такое популярное! Когда я вырасту, то открою свое такое же! Доченька, собственное кафе – это очень большая ответственность. Одной будет тяжело справиться. Да, делать закупки, разрабатывать меню, готовить, обслуживать посетителей. А еще нужно заниматься совсем не кондитерскими делами. Украшать зал или ремонтировать вывеску, например. Мамочка, я все это знаю. Я же каждый день помогаю вам и уверена, что справлюсь со всем сама. Ну, милая. Ой, мне уже пора. Я договорилась встретиться с девочками на пляже. Пока. Простите, а где мое печенье? Ой, уже бегу. Привет, Максик. А ты не видел Мию и Алису? Привет, Буся. Они пошли за мороженым. Сейчас придут. Ой, а чем это ты занимаешься? Я пеку песочные куличи. Ням-ням-ням, вкусно. Будешь? Нет, спасибо. Я только что пообедала. Максик, а можно я у тебя одолжу пару формочек? Конечно, Буся, держи. Привет, привет, Буся. Привет, девочки. Бусечка, а что это ты такое делаешь? Хочу открыть свое собственное кафе. Да, как интересно, Буся. Давай мы тебе поможем. Ага, я могу печь кексы. А я буду дизайнером. Нет-нет, девочки, это мое кафе. И я буду в нем все-все делать сама. А вы приходите ко мне, когда все будет готово. Ну ладно. Чем займемся? Не знаю. Хочешь сыграть в волейбол? Привет, Буся! Будешь с нами играть в мяч? Нет, мальчики, спасибо. Я занята. А зачем тебе этот кусок картона? Для моего кафе. Я уже напекла много песочных кексиков и теперь делаю для них витрину. Круто, Буся! А давай мы тебе поможем. Ага. Нет, мальчики, я все сделаю сама. Вы приходите на открытие. Ох, ну как же так? Буся, стоп! Все в порядке. Вы идите. Привет, ребята! Привет, Жоржик! Вы играете? А где Буся? Кафе строит. Ага. Так надо ей помочь. Мы хотели, но она не разрешает.
говорит, что сделает все сама. Нет, ну все равно это не дело. Пойду предложу ей свою помощь. Привет, Буся. Строишь свое кафе? Привет, Жоржик. Ага. Обещаешь прийти ко мне за кексиками, когда оно откроется? Конечно, Буся. Выглядит очень аппетитно. Давай я тебе помогу. Можно украсить твои кексы камушками. Тогда они будут выглядеть еще лучше. Жоржик, это мое кафе. И только я буду собирать для него камушки. Но, Буся... Иди пока поиграй с ребятами. Я позову. Ребята, все готово. Идемте. Ура! Так, ну, друзья, рада приветствовать вас на открытии нового кафе нашего города. Ну, налетайте, не стесняйтесь. Ну как так? Я же так старалась, а у меня ничего не вышло. Бусечка Мурмяу, не плачь. У тебя получилось очень хорошее кафе. Просто нужно его, тяв-тяв, немножечко доделать. Смотри, какие красивые куличики у тебя получились. Да, я бы от таких не отказался. Надо только сделать витрину покрепче. А вывеску можно повесить прямо над входом. Мы с Дэном тебе поможем. Правда, Дэн? Конечно! А я помогу все украсить. Мы поможем тебе построить новое кафе. Еще больше этого. Правда? Да, а ты будешь нами руководить. Это же твое кафе. И в нем все будет так, как ты захочешь. Мы тебе просто поможем. Спасибо, друзья. Я согласна. Слово предоставляется Бусе. Друзья, я рада, что вы все пришли. Вас ждут лучшие куличи с песка в городе. Но сначала я хочу сказать спасибо своим любимым друзьям. Одна я бы ни за что не справилась. Ура!